Вода – самое привычное вещество на Земле. Она сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Но знаем ли мы, какую тайну хранит в себе эта удивительная стихия? Откуда она пришла? Кто и зачем одарил ею нашу планету? Единственную во всей Вселенной. Быть может, ответы на эти вопросы знает только сама вода. Ведь сегодня ее на Земле столько же, сколько было тогда, когда все начиналось. Когда рождался мир, обретая привычные нам очертания и ощущения. Мы проводим очень аккуратную работу в очень узкой области. Мы сказали себе, давайте сфокусируемся на воде, но посмотрим на нее под разными углами. Вода в Священном Писании – это больше, чем просто физическая субстанция. Это некое понятие. И это понятие связывается определенным образом с идеей жизни. Во всем мире нет ничего более мягкого и податливого, чем вода. Но она точит, твердая и крепкая. Никто не может ее одолеть, хотя любой может ее победить. Податливая побеждает крепкая. Мягкая одолевает твердая. Все это знают, но никто не осмеливается действовать так. Писал о воде более 2500 лет назад китайский философ Лао Цзы. Знаете, воду вообще-то изучали довольно подробно. Я имею в виду, хорошо известно, что вода обладает необычными свойствами, физическими и химическими свойствами по сравнению с другими жидкостями. Но ни один ученый не может объяснить, например, почему плотность воды при минусовой температуре увеличивается, а при плюсовой уменьшается. Любое вещество при охлаждении сжимается, а вода, наоборот, расширяется. Это уникальное свойство люди научились использовать еще в далеком прошлом. Северные народы добывали камень для строительства, заливая воду перед заморозками в расщелины скал. На юге деревянные клинья вбивали в трещины породы и поливали их водой. Разбухая, эти клинья разрывали камень. Гораздо позже ученые установили, что, находясь в порах и капиллярах, вода способна создавать огромное давление. В зерне, например, в момент прорастания оно может достигать 400 атмосфер. Вот почему росток с легкостью пробивает асфальт. Вода – это маленькая молекула, которая имеет крайне специфические свойства. И нельзя найти других молекул, которые бы имели все те же аномалии. Если бы не было хотя бы какой-то из них, не было бы и самой жизни на планете. Любое из свойств воды уникально. До сих пор у науки нет ответа на вопрос, почему только вода, единственное вещество на планете, может находиться в трех состояниях – жидком, твердом и газообразном. Почему из всех жидкостей именно у воды самое высокое поверхностное натяжение? Почему она является самым мощным растворителем на Земле? И каким образом вода способна подниматься по стволам огромных деревьев, преодолевая давление в десятки атмосфер? Вот сейчас мы сделали громадный шаг. Мы поняли по-настоящему, что мы о воде почти ничего не знаем. Следовательно, это громадный шаг, потому что вслед за этим пониманием начинает приходить желание узнать. Юго-Восточная Азия, 1956 год. Закрытая лаборатория военного института по разработке и изготовлению средств массового уничтожения.
Здесь уже несколько лет работают над созданием сильнейшего бактериологического оружия нового поколения. Свойства, которыми это оружие, по мнению ученых, должно обладать, обсуждаются на одном из многочасовых секретных совещаний. Неожиданно оно прерывается. Всех участников увозят в госпиталь с симптомами сильнейшего пищевого отравления. Начинается расследование, которое сразу же заходит в тупик. Кроме воды, находящейся в графинах на столах, ученые ничего не употребляли. Воду проверили. Никаких вредных примесей. Химический состав H2O. В отчете так и записали. Причиной отравления стала обыкновенная вода. Через 20 лет была выдвинута фантастическая гипотеза. Гипотеза, способная обосновать непредсказуемое поведение воды. У воды есть память. Результаты экспериментов, проведенных во многих странах мира, показали, вода воспринимает и запечатлевает любое воздействие, запоминает все, что происходит в окружающем пространстве. В воде достаточно просто соприкоснуться с веществом, чтобы узнать о его свойствах и сохранить эту информацию в своей памяти. Догадывались ли об этом наши предки, когда превращали обычную воду в целебную, используя для этого сосуды из серебра? На сегодняшний день это лучший производимый антибиотик. Настолько хороший, что в Афганистане и в Ираке американские войска используют серебряную воду. Один атом на 100 миллионов, чтобы уничтожить всех микробов в ране. Вот и президент Соединенных Штатов использует эту воду для дезинфекции рук. И я задал себе вопрос, как же может существовать такая вода? Запечатлевая информацию, вода приобретает новые свойства. При этом ее химический состав остается прежним. Что действительно было господствующей точкой зрения, это то, что важен химический состав воды. Так вот, сенсационная новость заключается в том, что все это чепуха. Структура воды намного более важна, чем химический состав. Структура воды — это то, как организованы ее молекулы. Мы видим, как молекулы воды объединяются в группы. Эти группы называются кластерами. Ученые предположили, что именно кластеры являются своеобразными ячейками памяти, в которые вода, как на магнитофонную ленту, записывает все, что видит, слышит, ощущает. Люди не думают, что при выключении света вода изменяется. Вследствие технологического воздействия от электрического поля, например, от высоковольтной линии, вода может измениться. Вода, конечно, остается водой, но ее структура, словно нервная система, реагирует на любое раздражение. Современные приборы смогли зафиксировать, что в каждой ячейке памяти воды находится 440 тысяч информационных панелей, каждая из которых отвечает за свой вид взаимодействия с окружающей средой. Если рассматривать кластер как группу определенных молекул, то срок его жизни мал. Но если говорить о нем как о структуре, которую молекулы могут покидать и в которую молекулы могут включаться, кластер может эффективно существовать в течение длительного времени.